Друзья, всех приветствую! И в данном видео хочу пригласить вас на короткий ретрит «Два дня тишины», который уже очень скоро состоится в ретритном центре «Аура». Это великолепная возможность освоить лучшие техники медитации, пранаямы, действительно действенные, эффективные методики, которые помогут вам познать себя, лучше познать себя, проработать какие-то моменты страдательные, которые пока не получается проработать, успокоить ум, восстановиться, восполнить свой жизненный ресурс. Дело в том, что ретритный центр, он находится в лесу, но тем не менее условия проживания очень комфортные, питание очень хорошее, оно тоже специально нами продумано, сбалансированное, легкое питание растительное, которое позволит вам в практиках лучше концентрироваться, лучше практиковать. В программе ретрита у нас есть занятия хатха-йогой. И в целом, в принципе, подобный ретрит, его можно также назвать оздоровительный ретрит в полном смысле этого слова. И поверьте, за два дня вы почувствуете результат и почувствуете эффект. Но, как обычно, я больше всего концентрирую внимание именно на том, что вы освоите очень важные методики, которые вы потом впоследствии сможете продолжать осваивать, продолжать нарабатывать. Какая-то из практик, какая-то из техник обязательно откликнется у вас во внутреннем мире. Вы прям почувствуете, что это моя практика, что она у вас как-то лучше идет, чем все остальные. И вам будет проще начать уже такой регулярный подход к этой практике, регулярное освоение к данной практике. Это очень важно. То есть вы сможете самостоятельно восстанавливаться, самостоятельно разрешать какие-то, на первый взгляд, очень трудно разрешимые задачи. Не только с помощью ума, как мы привыкли это делать в нашей повседневной жизни. И напрашивается поговорка «горе от ума». Она не просто так существует, действительно это так. И когда вы в течение ретрита, даже в течение этих двух дней попробуете всмотреться в ум, вы действительно обнаружите, что это нечто очень страдательно по своей природе и неудовлетворительно. И как можно доверять решению важных задач только уму? Он молодец по-своему, он выполняет определенную важную функцию в жизни каждого из нас, но есть и другие инструменты познания этого мира, такие как интуиция, такие как определенные состояния, которые находятся вне границ ума, определенные состояния спокойствия, ясности, осознанности и прозрения. И поверьте, вы с помощью этих инструментов гораздо лучше и безопаснее будете принимать те или иные решения в вашей жизни и также выстраивать те или иные цели. Вообще про пользу ретрита можно говорить, говорить и говорить. Если у вас есть какое-то внутреннее желание, потребность попробовать, приезжайте к нам. Программа, она мягкая, она адаптирована для обычного социального человека, даже если вы приедете вообще первый раз заниматься йогой и медитацией. Как раз всего лишь два дня вы сможете попробовать свои силы. И еще раз повторюсь, вы освоите очень хорошие, я бы сказала, лучшие методики, которые есть на сегодняшний день. Получите определенный опыт, результат. И дальше уже последствия ретрита, позитивные последствия ретрита будут разворачиваться в вашей жизни. Есть даже такая фраза, что семинар по саморазвитию начинается однажды и не заканчивается никогда. Я ее услышала от одного из ведущих семинаров в Мизма еще в 2013 году. Это был мой, или в 2012 году, сейчас уже не помню, это был мой первый семинар по йоге, по саморазвитию в России. Я тогда жила в
другой стране и прилетела, можно сказать, специально на этот семинар. И услышала эту фразу. Так вот, прошло какое-то количество лет, 10 лет получается, и правда, семинар тогда начался, он не закончился и по сей день. А в позитивном смысле, естественно. Так что вас ждет увлекательное путешествие во внутренний мир. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы действительно предоставить вам лучшие условия и дать самые лучшие наработки, которые у нас в самих есть, которые эффективны, проверены уже большим количеством мероприятий и 10-дневных ретритов, и коротких ретритов, и других мероприятий по медитации, по йоге. Личная практика тоже уже богатая, поэтому и состояние, и пространство, и знания, и передача практик в совокупности, плюс с вашим тоже усердием, с вашей дисциплиной, то есть с вашим позитивным намерением, дадут очень хороший результат. Если он вам нужен, приезжайте, ретрит уже не за горами.